этот вот, надо направить на барабанщика, то не меня. Добрый вечер, дорогие друзья. Мы начинаем концерт ансамбля «Арсенал». Сегодня мы начнем первое отделение пьесы, которую написал и исполнил когда-то один из основателей стиля фанк, электронный причем фанк, некто Джулиан Кененбол Эддерли. Когда я только начинал играть на саксофоне, он был для меня идеальным альтсаксофонистом. И я, как, впрочем, и многие другие, пытался извлекать такой же звук, уникальный. Вообще, потом выяснилось, что это никому не удалось вообще в мире издавать, вот так играть, таким звуком, как играл Эддерли. Он был, в общем, такой полный человек, такой толстенький, и болел диабетом, и довольно рано ушел из жизни. А его брат-трубач Нед Эддерли долгое время руководил этим составом, но это был уже не тот состав без Кененбола Эддерли. Кененбол – это пушечное ядро, его так прозвали за толщину. Но он не обижался и всегда улыбался. Такой был очень добрый человек. Но главное, он создал в общем в мире альтсаксофона какую-то совершенно необычную среду. И как я ни пытался подражать ему, все равно ничего не вышло. Но это мне принесло много пользы. И в общем, заставило именно позаниматься. И вот сейчас прозвучит пьеса, которую когда-то они исполнили под таким названием «Inside Straight». Никто не понимал, что это означает. Тогда интернета не было. И в общем... Вот что это такое «inside straight»? Оказалось, что это просто, вот когда я увидел в интернете фотографию альбома, и там был расклад карт игры в покер, и один из раскладов так и назывался «inside straight», обычная карточная игра. Так что никакого смысла в этом названии нет, а вот пьеса, посвященная этому гиганту американского джаза Кененбол Эддерли, мы сейчас исполним. Thank you.
Сейчас прозвучит тоже пьеса в стиле фанк. И вы услышите немножко другой вариант этого стиля, поскольку его создал замечательный музыкант, его зовут Лайонел Ричи. Он стал знаменитым создателем клипов и продюсером, хотя начинал в группе Commodores, обычным музыкантом, играя там на гитаре и даже иногда на кларнете.
И в общем, вдруг неожиданно он появился в роли клипмейкера. И я помню эти клипы, он придумал совершенно другую технику. И в общем, был одним из основателей такой фирмы Motown. Это фирма, которая была создана чернокожими предпринимателями, но предназначалась для белой публики, как ни странно. Это была единственная фирма, которая, где выступали только чернокожие музыканты, но для белых исполнителей в Америке, несмотря на расовые все эти разногласия. И вот сейчас прозвучит одна из его песен, которая называется «Every Time I Hold You», Lionel Richie. Touch your honey, oh, brings back the feelings and those memories. And every time I think of you, baby, I realize it hurts you, girl. It sets you free, but now please love that an answer. Ain't I know that an answer here for me and you? Cause every time I feel my heart on fire, I only the girl I can't resist, cause it just can't stop the burning inside. Oh, every time
time, every time. Спасибо. Мы закончим первое отделение. Сейчас сначала мы сыграем замечательную композицию. Которую когда-то записал некто Роберт Палмер. Это тоже пример вот такого нелепого явления, когда молодой, талантливый человек в раннем возрасте заболевает и уходит из жизни. А ведь при жизни он был одним из популярнейших вообще артистов в мире поп-музыки. Его история такова. Вообще он сам был не англичанин, а, по-моему, в общем, там есть такая область в Америке, где немножко другой язык. И там очень богатые у него были родственники. Они купили на Мальте имение, и там он родился и вырос. И, в общем, был не в курсе дела, не слушал ни радио, ничего, потому что был больной. Потом вдруг он услышал по радио передачи американской поп-музыки и загорелся, и все бросил, и поехал в Англию, и сразу быстро выучил английский язык. И стал звездой. И, в общем, очень был популярен. Занимал все первые места. Несмотря на то, что он был белый человек, но, тем не менее, пробился. И вот потом он как-то так вот умер, и про него забыли. Но это недопустимое явление. Сейчас мы решили восстановить одну из его пьес, один из хитов, который когда-то занимал все первые места. Эта пьеса называется «Happiness». Итак, к памяти Роберта Палмера пьеса «Happiness». Счастье. Heart. Take a chance on happiness. Answer on your body health. You'll be glad your place to be. Think it over, what to lose. All the hearts are on your favor. Take a cut right. No excuse. You know life is what you make it. Scared to move 'cause you get so cheap. But nothing beats you, baby, nothing. Hey, take a gamble with your heart. Take a chance on happiness. Going back to the start. Find out what you like the best. Play for keep and better life. I see lightning in the future. You never know if you don't try it. Missionary Kama Sutra. On happiness, just to go back to the start. Put your instincts to the test.
gamble with your heart. Take a chance on happiness. Toss the coin back to the side. Put your reasons to the test. Мы закончим первое отделение композиции, составленной из двух частей. Сначала прозвучит небольшой фрагмент такой песни, которая когда-то была очень популярна. Она называлась «What's New?». Это песня о том, как встречаются два бывших любовника или какие-то муж с женой, которые когда-то развелись и долго не виделись. И вот они встречаются и обсуждают, ну как ты поживаешь? И выясняется, что зря они расстались. Вот такая песня, она очень красивая, романтичная. И когда-то ее исполняла там Элла Фицджеральд и масса других певцов, которым понравилась сама эта идея. Но перейдет она в пьесу, которая вообще стала хитом на все времена. Это пьеса из репертуара квартета Дэйва Брубека с Полом Дезмондом. Она называется «Take Five». Вообще, есть такое странное совпадение. Когда у нас встречаются после работы работяги простые и говорят вот так: «Дай петушка». И так прилагают... Точно такое, также точно встречаются и американские работяги и говорят «take five». Вот такое странное совпадение, но это, в общем, еще раз подчеркивает актуальность этой пьесы. Вообще, ее необычность была в том, что она была написана на 5 четвертей. Тогда это вообще джазом не считалось. Когда они приехали в Нью-Йорк из Калифорнии, исполнили впервые эту пьесу, то появилась статья «Антиджаз», где их и заодно Орнета Колмана называли антиджазом, поскольку Орнет Колман тоже играл по-своему, все не соблюдал ни квадрата, ни ритма, ничего. А здесь просто-напросто вот были 5 четвертей, это джазом не считалось, только 4 четверти. Вот такая история. И вот сейчас мы попытаемся как-то воскресить эту ситуацию и даже исполним ее еще с текстами, которые кто-то придумал, а мы да еще досочинили. Итак, «What's New?» и «Take Five». What's new? How did the world treating you? You haven't changed a bit. Lonely as ever, I must admit. What's new?
did the romance come true? We haven't met since then. Gee, but it's nice to see again. What's new? Probably how boring you, but seeing you is grand, and you were sweet to offer your hand. I understand a true pardon my asking, what's new? Of course you shouldn't know. I haven't changed. I still love you so. Stop and take a little ride out on me. Just take five, just take five. Stop a visit and take a time out to see. I'm alive, I'm alive. Come and going down up my way, just so I can face back each day. Do the single booty we say. It's a bunch of mama on a plate. And I know your eyes are neat. I see tingles down on my feet. Wouldn't always punch to be squid. Sends me on my way. Could it have been bad enough to be so polite? You could offer a lie. Start a little conversation now, it's alright. Just take five, just take five. So I can face by each day. Not a single word do we say. It's a
come to mind another place. And I know your eyes are me as it tingles down on my feet. When it always must be discreet, sends me on my way. Thank you.
Please stop and take a little ride. So I can pass by each day. Do the singing, what do we say? It's a bunch of mime and another place. Still I know you're on up with me as the jingles down off my feet. When it always runs through the street, sends me on my way. You think the bad and not to be so polite. You could offer a lie. Start a little conversation now, it's alright. Just take five, just take five. Just take five. Jazz take five. Jazz take five. Jazz take five. Большое спасибо. А сейчас мы сделаем небольшой антракт.
первые три песни. Ага. Меня только весь июнь. Хорошо. Дуэт. Дорогие друзья, мы продолжаем наш концерт. Мы начнем второе отделение с трех песен. Сначала немного истории. В годы НЭПа в Советском Союзе возник такой бардак. Не было ни одной организации. Вернее, это даже произошло во время гражданской еще войны. И возникла масса банд. И они все, это сотни банд были по всей России. И вот тогда и возник образ некой сотрудницы московского уголовного розыска, то есть Мур. И образ Мурки стал, в общем-то, символическим для тех времен. И вот сейчас я постараюсь исполнить три разных песни на эту тему. Но это были уже другие имена. Просто сам принцип того, что в каждой банде была сотрудница уголовного розыска, которая выдавала всех, значит, уголовников, и в конце концов ее разоблачали и расправлялись. Это такая была трагическая история всех этих мурок. Вот, но сейчас я разыскал другие песни на эту тему, где упоминания о Мурке нет, а смысл остался тот же самый. Сейчас. Первый. Как называется? Есть в саду ресторанчик отличный, скучно, грустно там лёльке одной. Подошел к ней парнек симпатичный, в кепке на бок и зуб золотой. Подошел к ней парнек симпатичный, в кепке на бок и зуб золотой. Разрешите, гражданка почтенная, одинокий нарушить покой. И придвинулся ближе к ней парень, в кепке на бок и зуб золотой. И придвинулся ближе к ней парень, в кепке на бок и зуб золотой. Ночь прошла так спокойно и тихо, Лёлька поздно вернулась домой. И всю ночь ей мерещился парень в кепке на бок и зуб золотой. И всю ночь ей мерещился парень в кепке на бок и зуб золотой. А на утро начальник угрозыска отдает ей приказ боевой кончить парня в 17-й камере в кепке на бок и зуб золотой. Входит в камеру пьяной походкою, и прицел был дрожащей рукой. Грянул выстрел, и грохнулся парень в кепке на бок и зуб золотой. Он лежал так спокойно и тихо, как гитара осенней порой. Только кепка валялась у стенки, пулей вышибла зуб золотой. Эрминой.
Я и Рабинович раз пошли на дело. Рабинович выпить захотел. Отчего не выпить бедному еврею, если у него нет больше дел? Отчего не выпить? И мы зашли в шикарный ресторан. Там сидела Хаська, у нее под юбкой дробом был заляжен револьвер. Рабинович стрельнул, стрельнул, промахнулся и попал немножечко в меня. Я лежу в больнице, сволочь Рабинович с Хаськой пьет уже 4 дня. Я лежу в больнице, сволочь Рабинович с Хаськой пьет уже 4 дня. Я помню день, когда тебя я встретил. Ты развалясь стояла на мосту, в твоих глазах метался пьяный ветер, и папиросочка дымилась во рту. Ты подошла ко мне танцующей походкой и тихо-тихо сказала мне: пойдем, а через час. Споила меня водкою и завладела моим сердцем, как рулем. Ведь до тебя я не был уркаганом, но уркаганом ты сделала меня, ты приучила к малине с нагану, идти на мокрое не дрогнула рука. И вот однажды всех нас повязали, нас было 7 фартовых огольцов, мы крепко спали и ничего не знали, когда легавые застали нас врасплох. Мы крепко спали и ничего не знали, когда легавые застали нас врасплох. Раздался выстрел, Марьяна пошатнулась и тихо-тихо упала на песок. Она упала, глаза ее закрылись. Не будешь больше плавить огольцов. Это все мои детские воспоминания. Я послевоенные годы пережил то же самое. В Москве было дикое количество банд с названием «Черная кошка». Об этом даже был снят художественный фильм. Ну, а сейчас мы продолжаем наш концерт. Сейчас мы исполним пьесу, построенную на музыке Сергея Рахманинова. Но назвали мы ее совершенно по-другому. «All by myself». Вот таким образом некто Эрик Карман назвал свою композицию, которая стала очень популярной. Он использовал музыку Рахманинова и просто придумал свои слова. И ничто не помогало, как ни боролись с ним наследники Рахманинова, не удалось. А потом эту песню начали петь уже
и другие исполнители. И в частности, одним из них был Фрэнк Синатра, который тоже использовал одну из мелодий Рахманинова и назвал ее Full Moon and Empty Arms. Вот такое вот название. Но музыка тоже была Рахманинова. В общем, это был типичный случай, который произошел уже в начале прошлого века и был беспредел. И вот сейчас вы услышите, я буду, может быть, даже комментировать, вот где музыка Рахманинова, а где нет. Итак, в памяти Сергея Рахманинова второй фортепианный концерт под названием «All by myself». Empty hearts. The moon is there for us to share, but where are you? A night like this. Grab a memory. Вот так пел Фрэнк Синатра в начале 40-х годов. Could start a dream for two. Full moon and empty hearts. Tonight I use this magic moon to wish upon an next full moon. If my one wish comes true, my magic heart make me feel we. А вот эта музыка второго фортепианного концерта Сергея Рахманинова, которая исполняется точно так, как он ее написал. А вот это Эрик Карман с его словами «All by myself». А музыка Сергея Рахманинова. The telephone.
daddy's home. Вот сейчас я буду импровизировать, но с таким отношением к музыке Рахманинова. И главное, я буду использовать те лады, в которых он сочинял. Это восточные лады, ведь фамилия Рахман, Рахманинов, связана с тем, что его предки давным-давно были из области восточных людей. Но он, даже не подозревая этого, у него вся музыка пропитана Востоком. Итак, в памяти Сергея Рахманинова. А сейчас наш пианист Юрий Погиба продолжит эту линию уже по-своему, но выражая полное уважение к музыке Сергея Рахманинова. Thank you.
When I was young and think of all the things I've done, and making love was just for fun. Это снова Эрик Кармен. These days are gone. Young, I think of all the things I've done. Спасибо, спасибо. Сейчас вы услышите еще один довольно редкий хит, который когда-то записал Джино Ванелли. Это еще, по-моему, живой музыкант. Он вообще выходец из переселенцев из Италии, когда-то давно в Канаду. И там образовалось в Монреале такое сообщество италоговорящих граждан Канады. И вот его семья состояла из очень талантливых людей. Они все пели, играли. И, в общем, он моментально занял первые места в Канаде. Но Канада тогда, да и сейчас, была такая глухая провинциальная страна. И, в общем, несмотря на то, что он занимал всегда первые места, этот Джино Ванелли, ему посоветовали все-таки не перебраться ли в Соединенные Штаты и не начать выступать там на
различных поп-фестивалей. И в конце концов уговорили. И когда об этом услышал один из таких популярных музыкантов, Стиви Уандер, он даже предложил ему вначале поездить с ним по Америке, как разогревающий коллектив, чтобы он привык и публике показать, и сам бы он привык выступать именно на английском языке. И, в общем, действительно, Стиви Уандер помог ему освоить английский язык, после чего он решился выступить в одном из таких шоу, которые вообще организовывали чернокожие музыканты. Они обязательно вставляли, чтобы первые места занимали только их питомцы. И вдруг, когда появляется какой-то белый человек, да еще из Канады, еще итальянец, в общем, они возмутились и всячески пытались, значит, его убрать. Ну, покушений не было, но покушения имели другой характер. Они всячески снимали его с концертов, используя все противозаконные методы. И он к концу 70-х годов, в середине он был просто на вершине славы, а к концу уже 70-х его даже не транслировали нигде, и он просто вынужден был уехать в Европу. Он купил там себе в Швейцарии дом и начал выступать уже там. Но это был уже не тот Джино Ванелли. Но вот сейчас прозвучит как раз та песня, которую он когда-то исполнил в Соединенных Штатах Америки. Она называется «The river must flow» – «Река должна течь».
Спасибо. Мы закончим сегодняшний концерт композицией, которая принадлежит одному из выдающихся музыкантов. Его звали Джо Замену. Он когда-то придумал такое явление, как world music. Это было гениальное вообще изобретение, поскольку до него как-то не решались смешивать все стили вообще в одну кучу. И это были и джазы, и фанк, и классическая, и камерная музыка, и народная, и чего там только не было. И все это он объединил в какой-то странный такой клубок. И эта музыка сразу стала очень популярной, поскольку многие поняли, что у этой музыки есть будущее, потому что любая классическая музыка рано или поздно заканчивала свое существование, то есть ничего нового уже нельзя было придумать, и джазовые стили, и многие другие приходили в тупик. Эта же музыка могла развиваться сколько угодно, поскольку туда вмешивалось и все новое, и все старое, но каким-то образом переработанное. Он показал, как можно перерабатывать классическую музыку или джазовую абсолютно по-новому, но сделано это было с любовью. Вот это было самое главное. Не было никакого углумления. И вот этим он и прославился. Я считаю, это гениальное было изобретение. И вот сейчас мы посвящаем ему пьесу, которую он же когда-то и сочинил. Она называется «Mercy, Mercy». Это обращение к высшим силам о помощи. И вот очень актуально в связи с ковидом сейчас. Итак, в памяти Джо Заменова. «Mercy, Mercy». May not like one of those bunnies with the playbook like. But she got something much better than gone. I'm crazy about this girl, cause she's got so much soul. And I say, it's a kind of loving, kissing and hugging. Surely I'm a mellow, dandy, I'm your fellow. And I know when she knocked me home and me, God mercy on me. When she knocked me home and knee. Oh, there's no girl in a whole world that will love me like you do. Thank you.
She knocked me on my knee. She did a lot of cowbum, but did a lean down and then so, but up don't go. Спасибо. Ну а сейчас я хотел бы представить все-таки участников сегодняшнего концерта. Сегодня для вас играл на гитаре и пел Марк Юсим. На фортепиано и синтезаторах Юрий Погиба. На ударных инструментах Аркадий Баклагин. И на синтезаторе и бас-гитаре Евгений Шариков. А также руководитель ансамбля «Арсенал» Алексей Козлов. Riders on a storm. Riders on a storm. Riders on a storm. Into the house we burn. Into the wild we frown. Like a dog without a door, Hector all alone. Riders on a storm. There's a killer on a rope.
there's a killer on the road. His name is screaming like a toad. Take Alan Halliday. Let your children play. If you give this man a ride, sweet memory will die. Riders on the storm. Riders on the storm. Riders on the storm. Не бойтесь. Не бойтесь. Riders on the storm. Мы вас в обиду не дадим. Ну, на этом мы уже точно прощаемся с вами.